Тем временем некоторые чиновники нарушают не правила дорожного движения, а законы. В Иркутской области возбудили очередное уголовное дело на бывшего министра здравоохранения региона Якова Сандакова. С момента ареста экс-чиновника это уже третье расследование. На этот раз его подозревают в отмывании денег. По версии следствия, весной 2022 года министр получил несколько взяток на общую сумму 8 миллионов рублей, а легализовать их решил с помощью валютной биржи. От покупки и продажи ценных бумаг чиновник получил деньги, которые впоследствии потратил на покупку квартиры в Москве. Однако тайное стало явным благодаря ФСБ, МВД и финансовому расследованию Росфинмониторинга. В итоге в отношении Якова Сандакова возбудили еще одно уголовное дело. Его объединили в одно производство с предыдущими разбирательствами. В настоящее время следователям Следственного управления предъявлено обвинение Сандакову по факту совершения последнего мошенничества в особом крупном размере, получения двух взяток в особо крупном размере, а также халатности.